Во дворце весь цвет силовых структур Беларуси. Представители МВД, КГБ, прокуратуры, Минобороны, госсекретариат. В свете событий последних недель можно было бы предположить, что поводом для такого масштабного и обстоятельного разговора станут инциденты в Мачулищах и Гродно. Но на старте трехчасового разговора глава государства озвучивает куда более рутинную повестку. Да, все ведомства уже провели итоговые коллегии. Да, доложили о своих успехах, в том числе и президенту. Но все ли нюансы учли в докладах? Как я заметил, тенденция и тренд серьезный, чтобы показать себя в хорошем свете. Это не вранье, это действительно так. У наших силовиков дела идут неплохо, но есть же и недостатки. И я не такой глубокий профессионал, как генеральный прокурор, допустим, чтобы дать оценку по вашим письменным докладам. Побывать у каждого ведомства на итоговой коллегии не представилось возможным. Но в начале следующего года я постараюсь это узкое место сшить и подвести определенный итог, что сделано нами за пятилетку. Поэтому, учитывая то, что вы очень хорошо доложили об успехах мне письменно, после доклада генерального прокурора, как вы помните, ему было поручено подготовить основательный доклад с анализом о ситуации в силовых ведомствах. Генпрокурору явно было о чем рассказать. Далеко не все стоит озвучивать публично. Это скорее для внутреннего пользования и пользы общего дела. Нет, Андрей Швед не только критиковал, отметил и положительные тенденции, как, например, уменьшение количества наркотических дел, но растет количество происшествий на дороге. На примере одной из самых страшных аварий за всю историю суверенной Беларуси генпрокурор объясняет, чем чревато неумение объективно оценивать положение дел и обстановку, обманывая других, как бы не обмануть самих себя. Участники дорожно-транспортного происшествия, тот же самый автомобиль МАЗ, он 2 года не проходил техосмотр. В этой злополучной маршрутном такси, где 15 посадочных мест, ехало 19 человек. То есть в погоне за наживой грузоперевозчик просто как селедок туда людей натолкал. Мы сейчас проверили в этом подразделении, в этой службе Миноблтранс, более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Это только в одном предприятии, а в масштабах страны сейчас ведется тотальная проверка. Ехали дети, школьники. Почему они там ехали? Да потому что сломался школьный автобус, и органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. Как результат, конечно, это очень печально. 2 ребенка погибли, 2 получили телесные повреждения. Видите, совокупность факторов, это вот как раз этот пример, он показывает то, что подзабыли, самоуспокоились, отошли от того, что нет мелочей, нет того, что каждый должен на своем месте обеспечивать реализацию тех задач, которые на него возложен. Вполне закономерно, что после событий 2020-го и с ростом угроз на внешнем контуре все силы брошены на противодействие людям с экстремистскими наклонностями и террористическими намерениями. Если в Беларуси сегодня мир, а злоумышленникам не удается реализовать задуманное и утопить нас в крови, то можно констатировать, что в этом наши силовики на шаг впереди врагов страны. Президент впервые публично дает оценку произошедшему в воскресенье в Гродно. Спецслужбы сработали блестяще, изъя целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц, государственных органов. За что молодцы наши ребята при такой острой ситуации, когда шло сражение прямо в ограниченном пространстве у квартиры, и когда со стороны террориста применялись гранаты и стрелковое оружие, автоматическое, при том не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа», которые осуществляли захват этого деятеля. Значит, выводы сделаны после последней трагедии, которая случилась в Минске. Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать. Но
то, что изъяли целый арсенал оружия, взрывчатки, предназначавшиеся для громких терактов в отношении граждан, как я сказал, должностных лиц, они все задокументированы, пожелания его и планы. И вы, руководители силовых ведомств, как никто, понимаете, что это нам очередной сигнал. Но надо понимать, что за борьбу с экстремистами и террористами отвечают прежде всего специально созданные для этого подразделения. Да, находят их с помощью других коллег, но все же это не отменяет их рутинной работы. Работы участковых, служебных обязанностей, рядовых, госавтоинспекторов, инспекторов по делам несовершеннолетних и многих других не отменяют преступлений на бытовой почве, изнасилований, педофилии, вождения без прав и в неадекватном состоянии, не отменяют цветущий буйным цветом деятельности мошенников, которые оббирают и цинично обманывают наших бабушек и дедушек, пожилых белорусов, не отменяют рутинной повестки правоохранителей, не отменяют главной задачи – обеспечить безопасности каждого отдельно взятого белоруса, вас, ваших близких. А здесь, похоже, не все удается. Почти в 5 раз возросло число пенсионеров, пострадавших от так называемых телефонных мошенников. Ну, я всегда думал, что пенсионеры у нас люди сообразительные с точки зрения опыта, но, как видите, в самых простых ситуациях они отдают деньги, ну, просто не сопротивляясь. В связи с этим, какие меры планирует принять наша милиция совместно с другими государственными органами в этом направлении? Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит. За глобальным затирается не менее важное. Что это? Равнодушие к делу, усталость или самоуспокоенность? Любой из вариантов не устраивает президента. По-мужски и не один раз за время откровенного разговора глава государства к присутствующим обращается именно так. По-прежнему женщины и дети становятся жертвами насилия, в том числе сексуального. Необходимо усилить работу по их защите, а также профилактике подростковой преступности. Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Принять самые жестокие меры в этом плане. Это недопустимо. Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни нашей с вами жены, ни нашей дочери и так далее. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого. Это надо выкорчевывать из нашего общества самыми жестокими методами, как борьба с этим терроризмом. Фиксируется большое количество тяжких преступлений, совершенных судимыми лицами. Кого-то досрочно, кто-то отсидел, как в народе говорят. Мы его вернули в общество, он начинает гадить снова. Повторяю еще раз. Неработающий человек – потенциальный преступник. Принимаемые меры по трудоустройству этих лиц недостаточны. Что касается рецидивистов, генпрокурор озвучивает весьма тревожные цифры. 40% преступлений совершают ранее судимые лица. 38 осужденных за насилие, оказавшись на свободе, берутся за старое и совершают сексуальное преступление в отношении, в том числе, детей. Что совсем недопустимо с учетом ситуации на внешнем контуре, отсутствие дисциплины в армии. Главнокомандующий настоятельно рекомендует ответственным заняться этим вопросом. Настораживают факты преступлений среди военнослужащих, в том числе совершенных офицерами различных силовых структур. В чем причина таких явлений? Я много раз делал замечания министру обороны на недопустимость того, что происходит порой в воинских подразделениях. В целом у нас не все гладко вообще с воинской дисциплиной. Мы прекрасно видим и понимаем все, что происходит на рубежах нашей страны. Вопрос: в полной ли мере мы обеспечиваем безопасность нашего государства и граждан? Сегодня от выступающих и тот, кто захочет выступить сегодня в дебатах, жду анализа подобного негатива и конкретных предложений по наведению порядка. Какие проблемы есть в силовых ведомствах и что нужно сделать для их устранения?
Ответ на этот вопрос искали более 3 часов без присутствия журналистов. Вопросы безопасности того требуют, но по итогу совещания участники уходили молча, в задумчивости. Президент обеспечил пищей для размышлений и конкретными поручениями. Анализом работы силового блока страны теперь как единый кулак будут заниматься Генпрокуратура, Верховный суд и Госсекретариат. Нам необходимо всем объединиться, как вот один кулак, сжаться и не ослабевать нашу работу. Акцентировали внимание на недостатках и предварительного следствия, и кадровой работы, и идеологической работы, и СМИ в том числе. Одним словом, достаточно большой спектр вопросов. На мой взгляд, разговор состоялся конкретным, предметным. Глава государства дал четкие поручения, в том числе об усилении координирующей роли прокуратуры. В том числе по проведению аналитики и внесению предложений, оперативных предложений по искоренению тех или иных негативных последствий. Кстати, совсем недавно о работе силовиков расспросили белорусов. Оценка работы следующая. 94% респондентов чувствуют себя в безопасности в нашей стране. 77% считают эффективными те меры, которые принимают, дабы предотвратить угрозы национальной безопасности. Что ж, весьма лестная оценка. Резюмируя, важно отслеживать все тенденции, чтобы эффективно работать даже не над предотвращением угроз, а быть на шаг впереди тех, кто только задумал Беларуси и белорусам навредить. Речь не только о вызовах извне, но и о внутренних вопросах, проблемах, которые пока не решены. В конце концов, будучи ослабленными, стоять за себя в разы сложнее, и в наших силах сделать себя крепче, не создавая дополнительных сложностей. Алена Серова, Арина Верховская, Полина Королева, Сергей Курков, телекомпания СТВ.